это что такое? Забыл кто-то? Или... Интересно, что там? Маш, привет! 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 Ерунда какая-то. Ребят, вы чё? Ау! А как ты здесь оказалась? Ты же там была. И что это за кнопка у тебя? Да так, ничего. Пойдемте скорее, мы опаздываем. Вот это прикол. Опять опоздали. И состав тот же. Вы дурно друг на друга влияете. Вы будете наказаны все. Паразиты! Как ты это сделала? С помощью волшебной кнопки. Пойдемте. Ты. Ой. Маш, я не могу. Мне другая нравится. Какая же я голодная. Все бы отдала за кусочек конфетки. Поделишься со мной? У меня больше нет. Жадины не получают. Ничего. Где? Просто Маша! Как они могут так со мной? А я их друзьями считала. Они еще пожалеют. Будем играть в обивного. Ну, держитесь. Получай. Лёшка, картошка. Ксюшка, лохушка. И Сонька, Сонька, коза ты. Это лучше, предатели.
Капец! У меня все болит! И у меня! Мне в больницу надо! И чтобы не вздумали списывать. Контрольная? Только не сегодня. Готовим свои рабочие места, убираем все лишнее с парт, оставляем только ручки. Листочки я для вас уже подготовила. Приступаем. Ребята, у вас Дарья Анатольевна, 5 минут до конца урока. Ну, как так? Ладно, ребята, контрольную работу проведем в следующий раз. Ура! Что? Ты сказала нажать? Прикольно. Я тебе сейчас руки повыдергиваю. Алексей, ты что-то хотел? Алексей, иди отсюда! Мне работать надо! Отвлекаешь по всяким мелочам! Домашнее задание не выполняешь, влезаешь в драки, хулиганишь. Я буду разговаривать с твоими родителями. Лёш, может, хватит издеваться над учительницей? А что мне делать? Слушать её и плакать? Пусть сама плачет. Будешь знать, как брать чужие вещи. Ты что наделала? А ну иди сюда!